Перчатки, мусорные мешки и грабли. Участники первого весеннего областного субботника были обеспечены всем необходимым. Работа закипела сразу. К масштабной уборке Ульяновска подключились более 200 сотрудников регионального правительства. Они наводили чистоту и порядок в сквере «Средний Венец». Сейчас весна, пора преображаться, помогать природе. Я думаю, каждому под силу выйти к своему дому, ко двору, навести порядок. Думаю, это полезно и для здоровья тоже. На подсохших участках сквера участники субботника собирали накопившийся за зиму мусор и упавшие ветки. Для механизированного сбора и вывоза мусора из сквера была задействована техника. Мы видим, что немножко погодные условия у нас внесли свою коррективу в процесс уборки. И последствия ледяного дождя, который был неделю назад, вот сегодня они в этом сквере видны как никогда. И поэтому главным мероприятием, которое здесь мы сегодня проводим, это уборка упавших веток, уборка спиленных стволов деревьев, которые у нас пострадали от последствий ледяного дождя. К благоустроительным работам в сквере присоединились волонтеры. У нас же сейчас будет скоро общественное голосование за комфортную городскую среду. Соответственно, наши волонтеры, которые уже набрались, которых уже больше 200 человек по всему региону, на всех точках, которые будут участвовать в голосовании, они будут. И, соответственно, наши ребята здесь тоже есть, которые помогают в уборке территории этого парка. В этот день масштабная уборка прошла не только в Ульяновске, но и во всех муниципальных образованиях региона. В субботнике приняли участие более 20 тысяч жителей области. Благоустраивались как парковые территории, так и территории многоквартирных домов, внутридворовые проезды. В Ульяновске особое внимание уделялось участкам, где 16 апреля будет проходить легкоатлетическая эстафета. Следующий субботник приурочен к празднику Светлой Пасхи и пройдет 22 апреля. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.